здесь вот. Здесь можно посмотреть, туда зайти. Это здесь экспозиция. Хороший дяденька, поляк, подсказал подойти сюда. Он тут работает чуть-чуть, говорит по-русски. Интересно, вот это из бисера все. Вот это из стекла. А это, ну вы понимаете, из чего. И здесь какие-то непонятные штуки такие. Интересно сделанные. Какая-то штучка. Тут вот это. А, вот в стекле. Иллюзия какая-то. Вот из стекла оно все. Тут нажимаешь на эту кнопочку и слышите музыку. Смотришь на фрески с музычкой. Кусочки бумаги. Интересно. Ну и тут зал со всякими, не знаю, со всякой всячиной, короче, какие-то древности, наверное. Тут вот еще такие какие-то как фрески, тарелки. Это все фрески, которые в церквях наверху, а здесь оно прям вот, это бумажечка сверху, какой-то пластилин. Здесь вот стакашки всякие, вот висят стеклянные штучки. И тут еще фрески. Странные. Вот еще одна выставка картин, вот таких вот странных. Вот видите, она почти как выглядит, как будто бы горела. А она на самом деле горела. Они все горели. Сейчас покажу. Да, художник так рисует картины. Он их палит. Потом что-то получается. Вот мы в музей, я зашла. Пойду наверх. Вот наверху какая-то голова с человечком. Сделано из дерева какой-то. Ну и вот так вот выглядит этот музей, в принципе. А вот это много телевизоров, я так понимаю, можно приляжем и смотрим зомбоящик. Это как калейдоскоп какой-то. Ужас. А вот что это? Это Дюссельдорф в яму скатился. Здесь еще вот такой круг с зомбоящиками. Эти зомбоящики. Современное искусство. Каляки-маляки. Кто это? Из чего? Херня происходит. Арабский зал. Тут ворота такие. Вокруг старые иконы всякие, всякое такое. И тут пошли картины наконец-то.
голые люди на картинах, как я люблю. Тут вот разные картины. А здесь вот это вот из дерева. Как они так делают? Тут вот еще картина. Ну, как бы вот много картин. А это из чего? Настенная, короче, эта штука. Такой еще зал. Тут вот большая картина. Ну и там поменьше. Так. А вот в музее тут такое вот дерево. Это другой выход. И внизу вот люди. Кафе. Вот еще один зал с костюмами. Вот еще зал. Роберт Тадеуш. И тут видео, как он рисует. Набросок карандашный, вот он разукрашивает. Вот тебе искусство. Человек рисует мясо.